Осина, обычное дерево наших широт. Каждый его может узнать, особенно в осеннем наряде, когда листья у осины ярко-ярко оранжевые, ярко-красные, багряные даже. И каждый, наверное, тоже должен знать, что осина – это наиболее сильное и наиболее доступное лекарство от множества болезней. Я продолжаю свой видеогербарий. С вами Ефименко Наталья Юрьевна, фитотерапевт. И осинку, ну, сложно спутать с другими деревьями. Единственное, что в весеннем таком лесу, когда найдете тоненькую осинку, ну, надо посмотреть и разглядеть ее зеленую кору, отличную, естественно, от молодых березок, с такими, почти здесь нет никаких черточек. И вот именно с этих молодых осинок возможна заготовка осиновой коры. Чем осиновая кора помогает в лечении? Кроме того, что она обладает богатым химическим составом, то есть ее корни, они очень глубоко проникают в глубину почвы, и оттуда вот достают большое количество микроэлементов. И меди, и никеля в золе осиновой коры очень много. Она богата салицатами, ну, то есть вот этими предвестниками аспирина. И этим и обусловлены ее лечебные свойства именно при ревматизме, подагре, как жаропонижающее. Но кора осины, она горькая, горькая на вкус. И когда дерево осины падает, старенькое, а так как они живут не очень долго, редкие деревья доживают до 150 лет, а так 30-40 лет, не больше. И вот когда дерево осины падает, любое зверье, лисы, зайцы, лоси, они любят ее обгладывать. То есть лисы и зайцы, они знают о лечебных свойствах. Ну и прежде всего, это самое-самое лучшее средство при эпистархозных поражениях. Я думаю, и лисы, и зайцы лечатся тоже от гельминтозных поражений. То есть они ее жуют, достаточно горькую, но вот таким образом излечивают свою печень и желчные потоки. И также и мы, если при каких-то обстоятельствах лечение ядами эпистархоза невозможно, то лечение корой осины возможно очень долго и действенно. Ну, поэтому заготовка коры началась. Заготавливается она либо с поваленных деревьев, больших, крупных, либо вот с таких маленьких осинок. То есть снимается круговыми разрезами и высушивается. Обязательно сушите в тени, не на солнце. Она легко высушивается, получается коричневого цвета. И чай получается такой же насыщенный. Причем эти настои осины принимать можно очень длительное время. И польза именно вот этих составляющих коры в том, что она вот разрушает оболочку вот этих паразитов, не дает им жизни, но дает жизни нам.